Минцифры, Коми с приставкой и ИО возглавила Светлана Алябьева. Распоряжение об этом подписал глава Коми. Ведомство новое, оно создано отдельным распоряжением лишь 20 октября. В сфере компетенции информатизация и информационная безопасность, связь, печать, массовые коммуникации, телерадиовещание, издательская и полиграфическая деятельность, а также навигационная деятельность и реклама. Ранее в беседе с журналистами Владимир Уйба рассказал об особой значимости именно этого министерства в структуре органов власти. На Министерство цифрового развития, средств массовых коммуникаций сегодня возложено очень много задач. Любой сегодня вопрос, связанный с национальными проектами, с вопросами участия в развитии республики, связан с Минцифрой. Мало того, мы сегодня поддержаны президентом, вышел указ президента по развитию Арктики, куда республика включена отдельным блоком. И точно так же все развитие Арктики это идет через цифру и умные технологии. Поэтому в этом периоде Минцифра должна выполнить свою роль.